네. 살아계신 하나님 말씀은 요한복음 1장입니다. 요한복음 1장 11절에서 13절까지 보겠습니다. 요한복음 1장 11절에서 13절입니다. Сегодня слово живого Бога, сегодня Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 12 по 13 стихи.우리 집사님이 인나 집사님이 읽어주시기 바랍니다. 네, я зачту. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аминь. 아멘. 오늘 제목은 하나님께로부터 난 자들. 이런 제목입니다. 하나님께로부터 난 자들. Сегодня тема лекции «Те, которые родились от Бога». 오늘 이렇게 귀한 시간 허락하신 하나님께 먼저 감사를 드리고 또 우리 귀한 정목사님들 감사를 드립니다. Я сегодня Да, для начала благодарю Бога нашего Господа, который собрал нас сегодня, и благодарю всех участников. 주어진 시간이 40분인데, 40분이면 충분합니다. Мне было дано 40 минут, но 40 минут достаточно.제 얘기를 아무리 바빠도 잠깐 하는 게 좋겠습니다. А как бы ни было, скажем так, некогда, но я так думаю, что да, это важное слово, которое я передам.저는 10살 때부터 예수 믿었습니다. Я верю в Иисуса с 10 лет. 하나님 은혜로 목사가 되었습니다. По благодати Божьей я стал пастором. 하나님을 만나지 못하고 목사가 되었습니다. Я стал пастором, не встретившись с Богом. 하나님을 못 만났는데 방언도 하고 예언도 하고 능력도 있고 했습니다. Я не встретился с Богом, но я посещал, я старался, я имел силы.근데 제 마음에 참 평안이 없었습니다. Но в сердце моем не было истинного покоя. 그러다가 94년도 7월 달에 저희 동네에 있는 그 전도학교, 다락방 전도학교라고 이렇게 플래카드 붙어서 들어갔다가 하나님 만났습니다. Но в июле 1994 года, в том месте, где я жил, открылась школа проповедования Таракпан. И я вошел туда и встретился с Богом.그때 제 나이가 41살이었습니다. Тогда мне был 41 год. 31년 만에 교회 다니고 31년 만에 하나님 만났습니다. То есть я посещал церковь 11 лет, и через 11 лет я встретился с Богом. 94년 7월 달 이후, 그날 이후로 오늘까지 저는 행복한 사람이 되었습니다. С июля 1994 года я встретился с Богом, и с того времени я стал счастливым человеком. 그때 제가 그 전도학교 들어가서 지나가다가 플래카드를 보고 들어갔기 때문에 조금 시간이 지난 다음에 들어갔습니다. Дело в том, что я тогда просто проходил, я увидел надпись и вошел, и поэтому потребовалось время, то есть это было случайно.그러니까 제가 그 보통 한 시간 이렇게 전도학교 했는데 아마 제가 한 20분 정도 지나서 들어간 것 같습니다. 아, я так думаю, что от того, что я проходя мимо зашел. И не пришел с самого начала, прошло около 20 минут после начала한 лекции. 30-40분 메시지 들었습니다. И слушал лекцию примерно около 40 минут. 사실 저는 메시지를 많이 들어야 된다고 생각하지 않는 사람입니다. Я на самом деле думаю, что не нужно слушать очень много посланий.
하나님 진짜 만나면 끝나기 때문에 그렇습니다. Потому что на самом деле достаточно встретиться по-настоящему, встретиться с Богом. 잘 아시는 대로 아브라함은 75세에 하나님 만났습니다. Мы знаем, что Авраам встретился в 75 лет с Богом. 모세는 80살에 하나님 만났습니다. Моисей встретился в 40 лет. Ой, 80 лет. 아브라함이 75년 동안 헛살았습니다. 하나님 만나기 전 삶은 헛삶입니다. И получается, что до того момента, 75 лет, Авраам прожил пустую жизнь. 아, 그런데 중요한 것은 왜 75세에 하나님 만났습니까? 더 빨리 만나도 될 텐데. Но важно то, что почему он встретился в 75 лет? Можно же было встретиться и раньше. 모세가 일찍 하나님 만나도 될 텐데 왜 80살에 하나님 만날까요? И Моисей то же самое. Он ведь мог встретиться раньше. Почему он только 80 лет встретился? 알다시피 모세는 모태 신앙입니다. Как вы знаете, история Моисея была не очень хорошей. 그런데 80년 동안 하나님 못 만났거든요. И он не мог встретиться с Богом в течение 80 лет. 출애굽기 3장에서 모세야 모세야 불렀을 때 누구시냐니까 그랬습니다. Да, и в исходе в 3 главе говорится, Моисей, Моисей позвал его Господь, а Господь, Моисей спрашивает, кто ты, кто меня зовет? 오늘 여기 나오신 분들은 다 하나님 만난 줄 믿습니다. И я верю, все, кто сейчас здесь находится, встретился уже с Богом. 무슨 말씀이 더 필요하겠습니까? Какое слово еще нужно, более того? 진짜 하나님 만났으면 끝났습니다. Потому что на самом деле, если произошла истинная встреча с Богом, то на этом все. 제가 이제 41살에 하나님 만나고 보니까 옛날 제가 신앙생활 열심히 하고 했던 그런 사람들이 많이 있더라고요. Я встретился с Богом 41 год, и я знаю и вижу, что очень много людей, которые в прошлом очень усердно старались вести образ верующий образ жизни. 교회 열심히 다니는데 기도 많이 하는데 하나님 못 만난 사람들이 너무 많더라고요. Очень много людей, которые очень усердно ходят в церковь, очень усердно молятся, но у них нет встречи с Богом. 지금도 마찬가지입니다. Сейчас то же самое. 제가 지금 미국에 와 있는데 미국에 여행도 하면서 많은 사람을 만나고 또 잘 믿는 그런 장로님들, 권사님들 미국에서 만났습니다. Я сейчас нахожусь в Америке и веду служение взращивания, встречаюсь с очень многими людьми, встречаюсь с пресвитерами, встречаюсь с диаконами и встречаюсь с очень большим количеством людей. 99.9%가 하나님 못 만났습니다. Но 99,9% это люди, которые не встретились с Богом. 어제도 현장 갔다가 전도하는 한국 사람들에게 한국 사람이 전도하는 전도자를 만났어요. Вчера тоже я был на месте действия и встретился с человеком, с корейцем, который ведет движение проповедования. 그래서 그 전도자에게 예수 믿냐고 물었습니다. Я спросил у этого проповедника, веруешь ли ты в Иисуса? 전도하는 사람한테 예수 믿냐고 그러니까 제가 좀 좋지 않은 사람이죠. Ну, наверное, я не очень хороший человек, если задаю такой вопрос, веришь ли ты в Иисуса человеку, который проповедует. 옛날에 제가 남들이 열심히 전도했습니다. А раньше я действительно очень усердно проповедовал. 전도하면서 예수 믿으라고 했습니다. Проповедовал и говорил, что веруйте в Иисуса. 설교도 했습니다. И читал проповеди. 아주 큰 소리로 설교했습니다. И читал проповеди, провозглашая очень громко. 나중에 알고 보니까 제가 나쁜 사람이었습니다. А позже я понял, да, я был плохой человек. 우린 여기 다 전도자들이 모인 줄 믿습니다. Я верю, что здесь собрались все проповедники. 예수를 전해주는 게 전도잖아요.
Иисуса передавать, это и есть проповедование, благовестие. 어제 그분에게도 제가 물었습니다. 예수 이름의 뜻이 뭐냐고 물었습니다. Я спросил вчера тоже у этого человека, в чем заключается смысл имени Иисуса. 구원자라고 했습니다. И он сказал, спаситель. 어디에서 구원받았냐? Я спросил, а откуда спасение? От чего спасение? 모르고 있었습니다. 어디에서 구원받은지 모르고 있었습니다. Но этот человек не знал, он не имел понятия, от чего спасать. 많은 사람에게 예수 믿고 구원받으라고 전도합니다. Очень многим людям проповедуют, веруйте в Иисуса Христа и получите спасение. 저도 지난날 예수 믿고 구원받으라고 전도했습니다. Я тоже проповедовал, веруйте в Иисуса и получайте спасение. 저는 잘한다고 생각했습니다. Я думал, что я поступаю очень хорошо. 반쪽 자리 전도했습니다. Я проповедовал половину. 제가 어제 그 전도자에게 이 전도지 주는 것도 중요하지만 단 한 사람에게라도 복음을 전하라고 얘기했습니다. Я сказал тоже вчера проповеднику, очень важно, конечно, передавать этот листочек, этот лист спасения, материал для спасения, но важно передать Евангелие. 전도지 주는 자체도 아무나 못하지 하기 어렵지요. Но на самом деле просто передавать вот этот вот лист, да, писание, это одно, но и это тоже на самом деле непросто сделать. 자, 오늘 본문에 보니까 예수님은 자기 땅에 왔다고 했습니다. Сегодня мы читали, что Иисус пришел на свою землю. 근데 자기 백성이 영접하지 않았다고 했습니다. Но свой народ, свои его не приняли. 특히 이 가운데 이스라엘 백성도 있겠죠. Здесь среди нас, конечно, есть израильтяне, евреи. 예수님은 에베소서 1장 3절에서 6절에 보면 창세 전부터 준비된 분입니다. Иисус, как и сказано в Ефесянам 1:3, это тот, кто был приготовлен до сотворения мира. 하나님은 이미 창세 전에 창세기 3장 문제가 일어날 것을 하나님은 알고 계셨습니다. Знал Господь, Бог знал изначально, что произойдет. Он уже знал заранее, какая проблема произойдет. 그래서 이미 창세 전에 그리스도를 준비했습니다. И поэтому до создания мира он уже приготовил Христа. 왜 그 그리스도를 미리 준비했을까요? Почему он заранее приготовил Христа? 하나님은 다 알고 있는 분입니다. Потому что Бог это тот, который знает все. 그래서 이미 창세 전에 그리스도를 준비했다고 에베소서 1장 3절에서 6절에 아주 잘 나와 있습니다. И поэтому очень хорошо об этом написано в Ефесянам 1 глава 3 по 6 стихи, что до сотворения мира Господь Бог уже приготовил Христа. 여러분은 창세기 3장 에베소서 1장 3절에 6절 알면 누릴 수밖에 없습니다. И если вы знаете это место Писания, то вам ничего не остается, как только наслаждаться. 뭘 어떻게 하는 거 아니지요? Это не то, что нужно как-то делать. 잘 아시는 대로 그리스도 알면 끝입니다. Достаточно знать, кто такой Христос. 다시 말하면 예수 알면 끝입니다. Другими словами, достаточно одним словом Иисус. 왜냐하면 예수가 그리스도이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Иисус есть Христос. 문제는 예수 믿으면 끝인데 예수가 아무나 안 믿어진다라는 사실입니다. Но проблема в том, что казалось бы на этом все закончилось, что Иисус есть Христос, но не верит. 여러분도 온 세계 다니겠습니다만은 저도 나름대로 좀 다녔습니다. И я тоже ходил некоторое время, пребывал. 주로 목사님들, 선교사님들을 많이 만났습니다. Пребывал в этом, много ходил и в основном встречался со служителями, с пасторами. 근데 이상하게 예수를 잘 안 믿더라고요.
И очень странно, почему-то они не верили в Иисуса. Хорошо. 아, 그 증거가 있습니다. И есть свидетельство. 일단 지난날 저처럼 죄가 많다고 합니다. Говорят, на прошлой неделе был человек, который говорил, что очень много грехов. 물론 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 합니다. И поэтому говорит постоянно служитель о том, как сказано к Римлянам 3:23, что нет. 로마서 3장 10절에는 의인이 없나니 하나도 없다고 했습니다. Сказано, нет праведного ни одного. 그래서 우리는 예수를 믿어야 되고 예수를 전해야 됩니다. И поэтому нам нужно верить в Иисуса и передавать Иисуса. 저는 마태복음 1장 21절을 깨닫게 됐습니다. Я осознал Матфея 1:21. 그날 이후로 저는 예수 이름을 증거합니다. И с тех пор я свидетельствую об имени Иисуса. 성경에 많은 이름이 나오지만 예수보다도 더 좋은 게 없습니다. В Библии написано очень много имен, но нет имени лучше Иисуса. 진짜 현장을 봤다고 그러면 예수 이름을 말할 수밖에 없습니다. Если вы действительно увидели место действия, то ничего не остается, как только говорить об имени Иисуса. 복음편지 일과에서도 보니까 왜 인간은 행복이 없는가? Письма к Благовестия в первом послании говорится, почему человек несчастлив, почему у него нет счастья. 그 주제 성경이 로마서 3장 23절이더라고요. И главным словом там является к Римлянам 3:23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 했더라고요. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. 죄가 있음 하나님 만날 수 없습니다. Если есть грех, то невозможно встретиться с Богом. 보통 얘기할 때 원죄 때문에 그렇다라고 얘기합니다. Обычно говорят, что вся проблема в первородном грехе. 그런데 원죄하고 자범죄가 어디서 갈라졌습니까? Но откуда взялся первородный грех и откуда взялись личные грехи? 노아 홍수 때 왜 모든 사람이 저주받습니까? Во время потопа Ноя, в эпоху Ноя, очень многие получили проклятие, были прокляты. 물론 선악과 먹은 이후에 모든 것은 자범죄지요. Конечно, все личные грехи появились после того, когда было вкушение запретного плода познания добра и зла. 창세기 6장 3절, 특히 5절에 보니까 모든 죄가 관영했다라고 말하고 있습니다. Бытие 6 главе в 3 стихе говорится, что грех покрыл мир. 소돔과 고모라가 멸망받습니다. Содом и Гоморра были уничтожены. 그들이 선악과를 계속 먹은 게 아닙니다. Это не потому, что это, да, они, жители этих городов, не ели постоянно плод познания добра и зла. 하나님 떠난 이후에 모든 삶 자체가 죄입니다. Все произошло после того, как человек оставил Бога. 그렇습니다. 모든 사람이 죄 때문에 결국 죄를 짓는 자는 요한일서 3장 8절을 보니까 마귀에게 속하나니 했습니다. И сказано, что тот, кто 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 했습니다. Сказано, что тот, кто согрешает, является рабом сатаны. 로마서 6장 23절에 죄의 삯은 사망이다 했습니다. Римлянам 6 главе сказано, что человек находится под властью сатаны. Же темуне ими самани вакко, же темуне магианте запьясмида. Из-за греха пришла смерть, из-за греха человек оказался в руках сатаны.
그게 이제 창세기 3장 문제죠. Это проблема бытия третьей главы. 그러니까 예수 이름 전하면 끝입니다. И поэтому нужно передать имя Иисуса, и на этом все. 그래서 사도행전 4장 12절에 다른 이름으로 구원받을 수 없다고 했습니다. И поэтому в Деяниях 4:12 говорится, нет другого имени, через которое можно было бы получить спасение. 누가복음 누가복음 8장 17절에 죄인 하나가 회개하고 돌아오면 천국에서 회개할 것 없는 99명의 의인보다도 더 기뻐한다고 했습니다. Сказано в Евангелии 8 главе в 17 стихе, что ибо нет ничего тайного, что не сделать бы явным, ни сокровенного, что не сделать бы известным и не обнаружилось бы. 죄송합니다. 누가복음 8장 누가복음 아니 Ну, в общем, смысл такой, что нет больше радости, чем спасение человека. Нет больше радости на небесах, чем спасение человека. Чесамда, Нугабогум 15-7 절이네. Нугабогум 15-7 절. 15 глава, 7 стих. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И поэтому, идя на место действия, надо передавать имя Иисуса. 예수를 전하는데 마태복음 1장 21절 예수를 전해야 됩니다. И когда мы передаем Иисуса, мы передаем имя, о котором говорится в Евангелии от Матфея 1:21. 그냥 예수 믿으면 구원받는다 하지 말고 정확하게 어디에서 구원받는지 일러줘야 됩니다. И не нужно говорить просто, что поверишь в Иисуса Христа и получишь спасение. Нужно точно и ясно сказать, какое спасение, от чего спасение ты получишь. 아들 낳으리니 그 이름을 예수라라. 이는 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자다라고 말하고 있습니다. Родится сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, своих людей. 어제 그 전도자도 구원 받았다고 하는데 죄가 많다 하더라고요. И вчера тоже проповедник говорил о том, что да, получишь спасение, но сам говорил о том, что очень много грехов. 요한복음 16장 9절에 보면 죄에 대함 저가 나를 믿지 아니하며 했습니다. И сказано в Евангелии от Иоанна в 16 главе, что если ты грешник, значит ты не веришь в меня. 우린 예수를 정확하게 알아야 됩니다. Нам нужно ясно и точно знать Иисуса. 한마디로 하면 원죄, 자범죄, 조상들이 지은 모든 죄입니다. 모든 죄를 예수님이 해결했습니다. Другими словами, первородный грех, личные грехи, грехи предков, это все грехи. Иисус разрешил все эти грехи. 성경이 그렇게 말하고 있습니다. Писание так говорит. 나는 목사 되기 전에 늘 죄를 많이 지었습니다. Я, будучи пастором, постоянно очень много грешил. 목사가 되면 죄를 안 지을 줄 알았습니다. Я думал, что если я стану пастором, то перестану грешить. Я 늘 예배하고 기도할 테니까요. Потому что постоянно нужно приносить богослужение. 근데 목사 되고도 죄를 많이 짓더라고요. Но даже став, оказывается, даже став пастором, совершается очень много грехов. 그래서 40일 뭐 금식기도, 뭐 21일 금식기도, 사흘 도리로 금식기도 했습니다. И поэтому приходилось очень много поститься, молиться с постом. Постились и 21 день, постились и 3 дня, постились и 40 дней. Было очень много постов.
죄 때문에 그랬습니다. почему? из-за греха. 네, 마귀한테 잡히니까요. почему? потому что были в руках дьявола. 죄가 있으면 기도응답이 안 되게 되었습니다. если есть грех, то не получается ответ на молитву. 이사야 59장 1절에서 3절에 그렇게 말하고 있습니다. об этом сказано в Исаии 59 главе. 왜 저도 재앙이 자꾸 옵니까? Почему все время приходят бедствия? 죄 때문에 그렇습니다. Из-за греха. 근데 우리가 다 알고 있지 않습니까? Но мы ведь все знаем. 이사야 53장 5절 6절에 아주 잘 나와 있습니다. 6 стихе, в Исаии 59 главе, 6 стихе. 그런데 지금도 많은 목회자들이 자범죄 때문에 힘들어합니다. Но на сегодняшний день очень много пасторов испытывают трудности из-за личных грехов. 그 예수 안 믿어 그렇습니다. Это происходит от того, что нет веры в Иисуса. 예수 이름을 몰라서 그렇습니다. Это от того, что они не знают имени Иисуса. 요한 1서 2장 1절은 중요하니까 우리 한번 다 찾아 읽어보세요. 요한 1 глава, сейчас мы все вместе прочтем, потому что это очень важное место из Писания. 2장 1절, 요한 1서 2장 1절. 1 глава, 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. 1 стих. Вторая глава. Вторая глава. 이거 보시기 바랍니다. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. 자범죄도 지으면 안 되는데 우리가 못 살아도 자범죄를 또 짓습니다. было бы хорошо, если бы мы не согрешали, если бы мы не совершали личных грехов, но по факту они совершаются. 자꾸 회개하라고 그럽니다. И поэтому все время нужно каяться. 제가 볼 땐 사기꾼들입니다. И, на мой взгляд, это на самом деле обман, аферизм. 야고보서 2장 10절에 보면 죄가 하나만 있어도 안 되게 되어 있습니다. Якова во второй главе сказано, что не допустим даже один грех. 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 그 하나만 죄가 있는 게 아니라 모두 범한 자가 됩니다. Потому что если человек совершает все пункты закона и согрешает только в одном месте, он в любом случае становится грешником полностью. 다시 예수 이름을 알아야 됩니다. Повторимся, нужно знать имя Иисуса. 예수 자체가 문제는 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자입니다. Потому что Иисус сам по себе означает, что Он спасает свой народ от грехов. 이 예수는 아무나 안 믿어지게 되어 있습니다. В Иисуса может поверить не каждый. Не каждый может просто поверить в Иисуса. 그게 요한복음 1장 13절입니다. 12절, 13절 다시 읽어보세요. 요한복음 1장 12절, 13절. Евангелие от Иоанна, сейчас снова повторим, 1 глава с 12 по 13 стихи. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть печатами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Мы и в пути спасения принимаем имя Иисуса. 그러나 그 이름 마태복음 1장 21절을 정확하게 말해 주고 영접시켜야 됩니다. Но когда мы приводим человека к принятию, нужно до того очень ясно объяснить Евангелие от Матфея 1:21, объяснить значение имени. 이것이
요한복음 1장 13절에 아무나 안 되게 되었습니다. И это на самом деле, Иоанна 1:15 получается не у всех. 저는 현장에서 확인했습니다. Я в этом утвердился на местах действия. 목사, 선교사도 잘 안 믿습니다. И пастора, и миссионеры, у них нет веры хорошей. 근데 그 성경 구절을 말해줘도 안 믿어요. Но когда говоришь, это место из Писания, вера не появляется. 다른데 성경 구절도 다른 걸 자꾸 찾아가도 냅니다. Они постоянно ищут какие-то другие места из Писания, какие-то другие стихи. 저는 마가복음 4장 11절 12절 보고 알게 됐습니다. Я понял это через Евангелие от Марка, 4 глава, 11 стих. 이거 자기 백성이 아니면은 예수 못 믿게 합니다. То есть, если это не мой народ, то не получается веры в Иисуса. 하나님이 그렇게 하십니다. Потому что Бог это совершает. 마가복음 4장 11절 12절 읽어보세요. Евангелие от Марка 11:12. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем Иисусе 직접 보고 예수님의 말씀을 직접 들었는데도 못 깨닫게 합니다. Потому что если это не открыто, то невозможно осознать, даже если люди видят непосредственно Иисуса, даже если они слышат непосредственно Иисуса. 전도를 아무에게나 하는 게 아닙니다. И благовестие – это не то, что может говорить каждый. 에베소 1장 3절에서 6절에 창세 전부터 택해 놓은 자가 있습니다. Ефесянам в первой главе сказано, что есть те, кто был избран еще до создания мира. Израиль 사람들도 마찬가지입니다. То же самое касается израильтян. Израиль 안에 하나님 백성이 따로 있습니다. Внутри Израиля есть отдельно народ Божий. 그래서 사도행전 13장 48절에 영생 주식으로 작정된 자는 다 믿더라 했습니다. И поэтому в Деяниях в 13 главе говорится, что есть уже народ избранный, предуставленный. 사도행전 18장 10절에 이 성에 내 백성이 많다, 내 백성을 말했습니다. И сказано было в Деяниях в 18 главе, что в этом городе много моих людей, моих людей. 사단은 예수 이름을 못 믿게 합니다. Сатана делает так, чтобы человек не верил в Иисуса, в имя Иисуса. 하나님도 아무나 못 믿게 합니다. И Бог тоже делает так, что не каждый, не все могут поверить в это. 초대교회 핍박이 왜 왔냐? 예수 이름을 못 믿게 했습니다. Почему пришли гонения в раннюю церковь? А, потому что люди не верили в Иисуса. 이게 사도행전 4장 18절입니다. Об этом говорится в Деяниях 4:8. Там говорят им, чтобы об этом имени и не говорили, и не обучали этому. 세계교회가 예수 이름이 제일 중요한데 마태복음 1장 21절을 대충합니다. Самое важное имя по всему миру на самом деле это имя Иисуса. Но происходит противодействие. 사단한테 속은 것입니다. Потому что люди обманываются сатаной. 5장 28절에도 어미 금합니다. Об этом же говорится и в 5 главе, 28 стихе. 사도행전 5장 40절에서 42절에 잘 나와 있습니다. И об этом же сказано в 40 по 42 стихе. 이제 한 1분 남아 있습니다. Осталось минута. 예수 믿으세요. Верьте в Иисуса. 그리고 예수를 전하세요. И передавайте Иисуса. 사도행전 1장 8절 성령 받았다면
내 증인이 되리라 나를 증거하라고 분명히 말하고 있습니다. Если вы стали теми, кто испытал деяние 1:8, если вы стали свидетелем, то значит Иисус говорит: «Мое имя передавайте». 성령 받으면 예루살렘입니다. Если принят Дух Святой, то уже мы в Иерусалиме. 여기 모인 분들은 다 성령 충만한 줄 믿습니다. И я верю, что все здесь присутствующие наполнены Духом Святым. 사실 많은 말 하지 말고 예수 이름 전하면 되잖아요. На самом деле можно не говорить много, просто передавать имя Иисуса. 마태복음 1장 21절입니다. Это Матфея 1:21. 그 마태복음 1장 21절을 말해주고 요한복음 1장 12절 영접해야 됩니다. После того, как произнесли Матфея 1:28, вот после этого нужно говорить Евангелие от Иоанна 1:12. 영접하면 끝입니다. Нужно принять, и на этом все. 하나님 자녀라면서요. Потому что становишься чадом Божьим. 하나님 자녀에게는 마태복음 7장 11절이 좋은 거 주게 돼 있습니다. Для чада Божьего уже дано благо Евангелия от Матфея 1:21. 특히 제가 미국에 와서 우리 손자 손녀들 보고 야, 내가 우리 손자 손녀들보다도 못 누리구나 이런 생각이 들더라고요. Я приехал в Америку, увидел своих внуков, внучек и подумал: ой, оказывается, я живу не видя своих внуков и внучек. 얘들 학교도 뭐 그냥 학교 다니는데 학생들이니까 Они ходят в школу. 다른 거 아무것도 하는 것도 없어요. Они ходят в школу, учатся и в принципе все на этом. 근데 부모가 알아서 다 해줍니다. Им ничего не надо делать, и родители всем обеспечивают их. 우리 아버지는 창조주십니다. А наш отец все совершает. 그리고 이스라엘 사람들이 잘 안 믿는다. 그건 걱정도 하지 마세요. И если в Израиле нет хорошей веры, то даже не надо переживать об этом. 전도하기 어렵다. 아, 천만의 말씀이요. Трудно благовествовать, ну, этим словам уже больше тысячи лет. 지금이 초대교회보다 더 어렵겠습니까? Неужели сейчас сложнее, чем было во времена ранней церкви? 영생 주시로 작정된 자가 있습니다. Есть то, что дано на века. 예수 이름 전하시기 바랍니다. Нужно передавать имя Иисуса. 그리고 그분이 그리스도다 말하면 됩니다. И достаточно сказать, что Он и есть Христос. 십자가에서 다 이뤘다 하면 됩니다. Достаточно сказать, что на кресте все разрешилось. 최고 전도자 바울은 고린도전서 2장 2절에서 예수 그리스도 십자가 외에는 다른 것을 알지 않기로 작정했다라고 말하고 있습니다. И об этом же говорит и Павел, что он непрестанно говорит о том, что все совершил на кресте Иисус есть Христос. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог благодарит тебя. 하나님께서 창세전부터 택한 자들을 모으신 줄 믿습니다. Верю, что ты собрал тех, кого избрал еще до создания мира. 이스라엘에 하나님 백성이 있을 것인데 그들을 찾을 수 있도록 전도문을 열어주옵소서. Открывай двери, Господь, в Израиле, двери благовестия, потому что в Израиле есть твой народ. 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молю. Аминь. Аминь. Yes.